Так, всем, друзья, привет, военный код Play, и мы продолжаем. Так, что у нас здесь? Мы на Луне. Мы здесь бегаем, прыгаем, да, скачем. Пусть будет. Так, здесь шлюз не открыть. Слушай. Нет соединения. А, вот она. Так, давай возьмем. Да ну, давай, аккуратно. Кислородика взяли. Дополнительного. Так, упадем. На станции надо. Вернуть кислород. Почему ты так не умеешь, а? Малыш. Крыть тебя здесь, да? Взять вот этот нормальный. Кол. Активируй. Хорошо. Мы здесь активировали, открыли. Ой. Подожди, здесь надо. Да, я пройду. Малыш, пошли. Оцените в центре управления состояние станции Ринхард Кратер. Человек на Луне. Надежда и отчаяние. На обороте, узнав страшную правду о том, почему люди покинули поселение на Луне. Астронавт не знает, как отнестись к ней. Улетать на дальние планеты, туда, где трава зеленее, это предательство или мудрость. Что говоришь? Разговор сейчас посмотрим. Чаепитие. Несмотря на все усилия, предпринимаемые в ИСА для обеспечения психологических и физических тягот, которые приходились переносить колонистам, кое-кто из них не выдерживает условий жизни на Луне. События на базе Хейгенс и другие одиночества в Херли, очевидно, сказались на состоянии разума оператора базы. Сломали? А, не смотри. Они разбирали людей, превращали. Ну, типа такого, типа наш друг. Интересно. Откуда они возьмись? 5 часов до блокаута. Первый экипаж или МакАртур на связи? Нет, связи нет. Что происходит? Калия тоже обесточена. Я не знаю, давай по-быстрому. Надо доставить груз гелия в лунный узел. Разделимся. Ты смотри Калию, постарайся восстановить питание платформы ЖД. Я найду оператора, который появится в составе для эвакуации.
Стоп, вон он. Окно на 6 часов у тебя. Вон его. Иди смотри поезд, я тут разберусь. Одновременно с событиями на аванпосте Карпентиус-1, вторая боевая группа Аортвар достигает базы Рейнхрекратор. Выясняется, что покинуть базу группа не может по неизвестным причинам. Станция Монорельса обесточена. Не имея связи с первой группой и достаточно времени для достижения поставленной цели, отряд разделяется, чтобы осуществить сразу несколько задач. Запись сделана 22 сентября 54 за 5 часов до блокаута. Так, дверь это закрыта. Что здесь такое? Тем, кто это прочитает, найдите меня. В отличие от них, я все еще с вами. Ты что здесь шумишь? Догадка Эггарда. Как и Мария Гонзалес, еще один выживший при происшествии на базе Эггенс, оператор кратера Энгольд, Эдвард Дэвис, пытался докопаться до причины случившегося. Его потрясающие выводы возлагали вину за сбой в системе криосна на Розу Лаверде и приводит подозрительные параллели между деятельностью Лунного Совета и исчезновением Гелия-3. Эй, ты! Произошел сбой, Тамбах. Бегте. Мы эвакуируем тебя в лунный узел. Карпентерс, на поезд застряли на станции. Как поднять питание на колею? Мы спешим. Зачем ты пришел? Ты что со мной? Следил через эту штуковину? Тебе нужно куполом? Эггенс, колонист, ты здесь ради своей же безопасности, по остальным приказу Лунного Совета. Эй, ответь, у меня плохая новость. Мы его запустили. А у тебя как успехи? Никак, тут какой-то полоумный. Хватит загадок, старик. Как нам скорее попасть в лунный узел? Если поезда не ходят, придется ехать на ползунках. Они вас туда доставят. Если, конечно, все вообще выберетесь из кратера. Пески здесь суровые. Многие ползунки поломали в них ноги. Но там есть дорога. Я ее знаю, ездил по ней. Я кое-что нашел, груз возьми. Какой-то безумный. Вторая боевая группа Маккортера обслуживает, что станция Монорельса на базе Рейнхрекратор подверглась саботажу, стараясь успеть лунному узел до начала тайны Аутвард. Офицер боевой группы находит другой способ выбраться с базы. Тем временем сбитый с толку оператор бормочет себе под нос теорию заговора, связанную с происшествием на базе Хейгенс и Лунным Советом. Запись сделана до 4 часа. 4 часа до блокаута. Он здесь смотрел, да? Что это? Спереди, что это? На обороте, это явно не для связи. Радарная связь у нас и без них работает. Спереди, все свозят сюда. На обороте, все непонятные поставки материалов Гелия-3 всегда в итоге оказываются Карпентус. Почему? Странно. Айс помогает вам, пока вы оберегаете нас. Так, здесь закрыто. А что там знаки? Типа воздуха нету. Одеть обязательно шлем. Диагностировать сети МРТ.
не удается подключиться к сети эмиттера. Первая колонна сети эмиттера не направлена на Рейнхард. На станции недостаточно энергии для управления дальних расстояний. Выбраться на поверхность Луны через транспортный отсек. Так, открытие двери. Открывание. Так, машина будет, да? Туда подана. Так, эти двери открыты. Отлично. Так, аккуратнее. Кислород. Здесь будет базарить. Ну-ка. Второй экипаж, первому экипажу. Вам нужно достать гелий в лунную. Но мы не можем запустить поезд без гелия. Ответьте, как поняли. Проклятие. Ты чего смеешься? Вперед, мне все стало известно. Не осталось никаких секретов. А понадобилось для этого всего один выключатель. Не обращайте на это внимания, просто мне надо было узнать, что вы замышляете, а теперь я знаю. Ради топлива гелия 3, этот пропуск для вылета отсюда. Так что это? Это оставь его, он того не стоит, надо уходить. Одно лишь движение выключателя, остальное сделали вы. Ты понятия не имеешь все, что влез, и это поставил под угрозу. Пилот, запустить протокол упреждения беспорядков. Что ты зачем сделал? Крайняя спешка вынуждает боевую группу захватить роверы, чтобы вернуться в лунный узел к МакАртуру. До начала операции Ауарт. Выясняется, что оператор базы, столкнувшись с непонятными обстоятельствами, отключил станцию Монорельса, тем самым заблокировав группу в кратере Рейнхард. Поняв, что это энергетически обеспечивает проект Ауарт, МакАртур, тайно накопив большие запасы гелия-3, взбешенный офицер приказывает своему Айсе нанести удар. Дурак. Так, кислород. Минута 30, да? Так, ровер, давай аккуратно. Это кратер Рейнхард. 5 лет без блокаута. Перенаправить энергию колонны МРТ-1, переориентировать на колонну МТ-2. Что мне кажется, нам сначала вот туда надо. Здорово, кратер какой, а?
кислорода. Ну понятно, что нет кислорода. Так, закрывай. Что здесь происходит? Так, все поломано. Замечательно. Так, пролез, молодец. Пойдем. Спасибо тебе. И что бы я без тебя делал? Так. Здесь нам нечего делать. Надо направить. Так, надо аккуратнее здесь. А то будут еще опять вот эти ожоги. Угу, вот какая нас краса они. Задействовали. На эту, да? А если мы сюда? Что происходит? Почему время пошло? Продолжение следует...
помещение какое-то происходит. Мне, у нас там выкинуло прям меня. Прекрасно. Живо? Не разбил скафандр? Должна успеть. Да хватит у нас 30 секунд. Ух, вот это да. А, сюда что ли? Кислорода нет. Включите центр управления питания станции монорельса. Он кислород. Нет. Подожди, это на наверху. Активировать монорельсную дорогу. Подключена, отлично. Пробуй с надеждой, 6 дней после блокаута. Так, ракета, ракета. Они эвакуировались? Нет, нет, такого не может быть. Они не могут взять и улететь.
colony will fail without them. Без них колонии не справится, а земля? How could they all be so... Как только может быть таким чертовски эгоистичным? О чем они думали? Как можно было такими? Система у вас, внимание, сбой реактора Томбок, запущен протокол Куарту. Да, я знаю, что это у Кьюэрбис, я знаю. Знаю, что я одна. Реактор Томбок заполнен на 10%. Он еще работает? Надо идти, Алекс. Это может быть все изменить. Мы могли бы все исправить. Может, все исправить. Ладно, иди по колее вдоль колонн. Ты доберешься до Томбок, ты справишься, Сара. Да, малыш. Сейчас пойдем. Иду, Сара, я тебя найду. Это Рольф? Или кто, блин, я не понимаю. Кто это, девочка или мальчик? Так, по монорельсе. Ах, красота. Добро пожаловать. Куда они отправились на эвакуацию на ракете? А куда? С Луны? Не на Землю же. Как-то странно. Наземный центр управления. Не знаете, вы на связи ли вы? Пыльные бури становятся все хуже. Все становится хуже. Решение должно быть на объекте Томбок. Редактор или это сам передача системы МРТР, не могу сказать. Но мы зашли в тупик, Рольф. И хорошие новости тут не помешают. Жаль, что я не могу тебе помочь. Опа, монорельс это сейчас сломается. Внимание, обнаружен при... Внимание. 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 Повисли. Все нормально. Малыш. Двигайтесь осторожно. Так, ну и что делать? А, вон что. Быстро открыли дверь. Так, аккуратнее. Карьер объекта Томбач, 29-й год, 5 лет после блокаута. Так, друзья, давайте на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим на этом все. Всем большое спасибо, всем ребятам, всем пока.
This message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. We used to call it horror. Be something you'll never understand. Our pale blue dust. What just happened? I can't see a thing. Everything is dirty outside. Now is the time to act. Make your decision.